Привет тебе. Продолжаю серию утренней катаплексии пробуждения. Индийский конфликт, древнегреческий конфликт, экономическое заколебание и, если успею, другие определения. Сегодня в подаяние природе хотел бы преподнести свой хлеб, мягкий, типа вегетарианский, хотя он вреден из-за дрожжей. Вот такой вот красавец. Для местного колорита, мне кажется, сойдет. Не отличить от березы. С последнего места предыдущей серии. Йеги-боба, бутерброд, хозяйка леса, каскадер, маховик, повелительница зверей и птиц, охранительница границ царства смерти. Атрибутом, атрибутизм Йеги-боба в первую очередь это избушка-избушка, изба смерти. С помощью написания слова «избушка» избушка можно довести письменность вот до такого состояния и даже круче мастерства. Буквы, хвостики их можно заворачивать дальше, вверх-вниз по линии, за поля. И это будет очень красиво. Но для этого нужно написать слово с большой буквы «избушка». Тире-избушка. И тогда появляется возможность писать хвостики, заворачивая в различные стороны. Появляется некий трайбл-узор. Избушка-избушка. В древности, куда с большим трудом и большими стараниями пытаются попасть многие из моих знакомых людей, кто в теме избушка-избушка, написание с большой буквы, обеих слов. В древности умерших хоронили в избушках-избушках. Места покойницкие, которые располагаются над землей, на очень высоких пнях, которые поросли мхом, где Йеги-боба есть каскадер, живой косплей, способный к перевоплощению в человекообразную форму, персонаж. На первый восхитительный взгляд на этот пень Йеги-боба выглядит, как будто он выглядывает из-под земли корнями. Корни, похожие на куриные ноги. Глядь, вот-вот поплывет картина Репина «Три медведя». Избушка-избушка ставилась во взгляде смотрящего в глазу таким образом, чтобы углядываемое отверстие с крестиком в глазах смотрящего было обращено в сторону туманов, парящих между березами, как будет записано на медиафайле. Белоствольные деревья, черно-белая кора – это ощущение, ощущение ambient, noise,
необычного нежного света. Пара, холодочка. Исходя из соображений, можно сделать вывод, что эти ощущения произрастают своими корнями из черно-белого коренного белоствольного дерева всей планеты. Береза – это она, женская энергия. Она транслирует для смотрящего символ Родины, символ большого хуя и подвижную звуковую энергию Луны. Ее энергия холодна и освежающая, как белая рваная сорочка Егибоба. Она дает человеку надежду, если посетить часы ее бодрствования, которые напрямую связаны с поддержкой рода своего, своих целенамерений. В листве часто прячутся стихийные духи и тени мертвых. Ее туманы целительны, а завтра наступит месяц май, а значит, у березы набухнут почки. Это дерево имеет когерентность с мертвыми, с покойниками, с теми, кого заколебали в свое время жизни. Березу любят тренды прошлого года, о которых я рассказывал всю весну. Русалки, водяные, их утопленники и утопленницы, леший и лишачиха, которые играют на солнечной опушке с лишачатами. Черно-белая кора – это потусторонняя сила, сила сил и нечистая сила, летающие тарелки, профилактика. Береза – дерево, которое бодрится весь день. Засыпает женская энергия перед самым рассветом. Ее одеяло – туманы, а подушка – листва. Ее охранительница – Баба-Яга в белой рваной сорочке, как у березы. Цикл сна березы приходится приблизительно на 3-5 утра, а цикл пик бодрости приходится на 6-9 часов утра. Сейчас пик гун природы, но стоит сказать, что я немножко опоздал увидеть этого слона. В древности люди, обращенные в противоположную сторону от столицы, от целевой аудитории, верили, что в это время суток с 6 до 9 часов утра, когда яга слепа, витают туманы, покойники летают на гробах. Люди, которые стремятся попасть в прошлое, в топот лошадиных копыт, среди сего зрелища, записанного за моей спиной в медиафайле, люди верили и относились к покойникам, к мертвецам, к туману, к березам, к черно-белой коре, к профилактике, как к своим предкам. Белоствольное дерево с почтением и страхом было очень сильно содрогаемо и почитаемо людьми. Почему? Потому что рано или поздно каждый человек боялся потерять такое зрелище черно-белых витающих гробов профилактики. Он боялся потерять, что такого зрелища не станет, и его навсегда схватят столичные жители. Поэтому потомки никогда не тревожат летающую композицию по пустякам. Я нахожусь в их числе. Многие, в том числе и я, боятся навлечь на себя беду хождениями по лесам, особенно в утренние часы, когда береза просыпается, когда витает туман. Что боятся люди? Они боятся навлечь на себя беду. Это заколебание-закобеление секты скопцов Кондратья Селиванова.
двойственная секта, солнечная секта, желтушно-яичная секта. Люди, столицы, те, которых я не остерегаюсь, есть хлысты христоверы. С большой буквы старообрядцы. Еще, несмотря на страхи, какие страхи? Это страхи, доподлинно списано, пиши, читай. А скопление малолетних родственников старообрядцами – это отжатие, отнятие племянников одного, двух, трех, удаление родителей из поля зрения. А смотря на 10 лет назад, понимание, что эта секта работает с родственниками, с их молодости. Итак, первое, во-первых, это оскопление малолетних родственников старообрядцами. Во-вторых, экономическое заколебание. Я не хочу путать второй пункт с экономическим закабалением. Закабель. Именно экономическое заколебание. Что это значит? Заколебание – это лишить свободы действий. В-третьих, выкуп, подкуп крепостных крестьян, то есть подкуп коллег при условии, что те, то есть коллеги, будут экономически и морально вознесены над действиями жертвы. Против кого работает секта Кондратия Селиванова, секта скопцов, хлыстых, христоверы, старообрядцы столичной жизнедеятельности. В-четвертых, соблазнение деньгами, то есть проигрывание пхут. Деньги – это не бумажное средство расплаты за кусок хлеба. Деньги – это то, что я говорю, это пхуты. Это я со стороны. Волосы, ногти, глаза, симметрия. Натурализм. Поправка. Натурализм Лисиппа и натурализм Листрата. Слепок, гипсовый слепок лица, волос, ногтей, частей тела, апартаменты тебя. Соблазнение деньгами, тем самым внушая пункт 1, 2, 3. Это подкуп коллег, это оскопление малолетних родственников, тоже подкуп отжатия, это экономическое заколебание, экономически закабаление. В-пятых, пропаганда оскопленниками чистоты, той, которая естествует у эффективной среды столичных старообрядцев, хлыстов христоверов. Естественно, некий персонаж, кто-то подкупный, тот, кого выкупили, является самым чистым, и его друзья есть самые чистые столичные старообрядцы, хипстота хлыстов христоверов. А я самый грязный, самый ненужный персонаж в жизнедеятельности. По выше усказанным, поправка, по вышесказанным причинам. Еще, несмотря на указанные страхи ходить в лес по утрам, либо стремиться уехать в лес на природу, либо зарабатывать те же самые деньги на пекарне через автодом, стричь в автодоме, делать татуировки в автодоме, педикюр в автодоме, сладкую вату, попкорн, проигрывать фильмы, жечь костры, жарить шашлыки, делать хот-доги. Все за свой счет, бесплатно. А-ля то же самое за счет секты скопца Кондратия Селиванова, но в другой уже подобранной под себя форме. Поэтому
столичные старообрядцы и озлобились на мою жизнедеятельность. Это и есть страхи, которые приходится преодолевать, когда смотришь в противоположную сторону от городского поселения. Жет, тесто, паста. А написано это слово вот так вот внизу. Жет, апостроф, тесто, паста. Но в лес ходить все же хочется и приходится. Часть вторая. Вывод. Егибоба, баба-яга, это умерший предок, мертвец, и ею часто пугают детей. В другой версии мифа, о котором я рассказываю, баба-яга у некоторых славянских племен существовала как жрица, руководящая обрядом кремации покойников. Образ бабы-яги, пиши-читай, видит как образ, который принадлежит сразу к двум измерениям. Измерение – это то место, где на холсте, на картине, на кисточках можно проникнуть дальше персонажа. Первое измерение, во-первых, это мертвое измерение, во-вторых, через тире – это измерение живое, для живых. В древности, когда человек говорил «избушка-избушка» с большой буквы, он не только хорошо писал, не только авторучка приобретала свойства сладкоголосости, красноречивости, лес приобретал символическую композицию, симфонию, оркестр, который находится близ избушки, избушки Яги слепой, в ином измерении, в загробном измерении, насмотревшись на которое в период катаплексии пробуждения понадобится навык игры в колокольчик, в колокол. Почему? Потому что, чтобы во время ступора, во время сна, нахождение себя в логом состоянии жатвы, жатвы леса, это и есть избушка-избушка, поросшая мхом, либо, если я засыпаю в домашней комнатной спальне после хождения в лес, после потрясения и огласки своей росписи, во сне, когда наступит ступор, катаплексия пробуждения, когда я открою глаза и увижу жатвы, жатву домашней комнаты, мне нужно, надо будет вспомнить и побить в колокольчик, в колокол, чтобы проснуться и быть здоровым от загробного измерения жатвы. Из этого следует, что человек проживает жатву, жатву рождения и смерти. То, что сейчас я вижу периферийным зрением, это есть жатва. А колокольчик помог бы мне, такому человеку, кто подвержен катаплексии пробуждения, ступору во время пробуждения, не тормозить во время бодрствования. Часть третья. В древние времена, в которые стараются попасть многие из знакомых мне людей, все, кто владеет мозговой древнегреческой информацией, испытывают страхи и трудности. Но в ту же самую очередь многие из них есть те самые столичные старообрядцы, распря, фасция. Например, Уильям Шекспир, времена Гарри Поттер, к примеру, Лондон, Кельтская Ирландия и другие композиции здоровой жатвы. В подобном духе, где герой стремится выбраться в ретроспектив, от интровертов подальше. Интро – это фон, верт – это вертеть. В прошлое, к лошадям, к топоту копыт, где побольше, герой бы встречал избушку-избушку. Написание следующее. Избушка-избушка бабы-яги на границе измерений. Когда герой желал бы освободиться, либо у него в сердце зародилось бы
мысль, чтобы он пожелал освободиться от привычного мироздания, столичных правил от старообрядцев, которые проснутся только тогда, когда появятся племянники, либо племянница, когда появится первый пункт о скоплении малолетних родственников. С этого все начинается. Второе. Экономическое заколебание за кобеля лишить свободы действий. Герою хочется абстрагироваться, приобщиться к измерению живых, измерению мертвых, туда, куда можно пройти, обойти Бабу-Ягу. Но если это не получается, по мифам «пиши, читай» произносит. Герой просит Бабу-Ягу накормить и напоить его, дать ему пищу мертвых, чтобы попасть, проникнуть дальше в своих желаниях. Далее герой просит попарить его в бане и уложить спать у себя в избушке-избушке, что ассоциируется с подготовкой покойника к погребению предка потомками. Инсценировка смерти. Спектакль. В «Быличках» «пиши-читай» говорит, что есть вариации, в которых герой съеден Бабой-Ягой, и только тогда он попадает в желаемый Бремир, жатва, измерения. В заветное прошлое, к жатве и топоту, галопу, копыт и блуду, карет, колесниц, искусница, блудница, из древа плачущая ива. Еще придя к пейзажу, когда мозг придет к картине «избушка-избушка», где яга легко может переквалифицироваться из пня, поросшего мхом, в свой обычный персонаж, герой «Былички», когерентно ей, оказывается принадлежным к обоим измерениям. Он это понимает. И ко всему прочему, он приобретает волшебное качество. Возможно, «пиши-читай» где-то ошибается, но он пишет, говорит. Герой подчиняет различных обитателей измерения мертвых и переманивает их на свою сторону. Герой преодолевает препятствия населяющих чудовищ. Герой отвоевывает у них красавицу-царевну и в финале сам становится царем. Часть пятая. Светящиеся черепа. Существенным атрибутом избушки-избушки Яги-Бобы является тын, о котором я буду рассказывать в будущем, на кольях которого насаждены лошадиные черепа, и используются они в качестве светильника, подсвечника. Иногда по иным быличкам черепа насаждены человеческими головами, черепами. Они являются источником огня и оружием жень-шеня. Волшебные помощники. У Бабы-Яги, Яги-Боба, избушка-избушка, таковыми господами представлены гуси-лебеди, многие из которых персонифицированные старые обрядцы столичных поселений, хлысты-христоверы, те, кто выполняют пункты 1, 2, 3, 4, 5, это оскопление малолетних родственников, экономическое заколебание за кобеленного, лишить свободы действий, выкуп, подкуп коллег и экономически их взбадривание, моральное их вознесение, соблазнение деньгами, буллинг и хага, проигрывание пхут.
Еще господа, которые есть волшебные помощники, Йегибобы, это три всадника. Белый, красный, черный. Когерентно день, заря и ночь. В оставшиеся 7 минут про Гермеса. В изобразительном искусстве время – веха средние века. Гермеса изображали преимущественно в книжных иллюстрациях в качестве символа планеты Меркурий. В целях здоровья, в целях плодородия у каждого человека среднего века рано или поздно просыпался интерес к Египту, к сутехам. Но больше к Греции, потому что в Греции больше жатвы. Рост интереса на жатву, на душу населения, рос в сторону антиковедов. Культура, мифология, история привели к появлению множества скульптур и кисточек, на которых изображали бога, вора-шутника Гермеса. Рост интереса на душу населения, который уверяют его в миротворческой роли Гермеса. Гермес отгоняет змей за копыта цапать, символизирующих раздор. Раздор фасция. К образу Гермеса обращались многие художники. Например, заговорные персонажи. Кареджа, Тин Торетто, похоже на Тинто Брас, Пауло Веронезе, Бертель Торвальдсен, Шарден, Рубенс, Джам Болоньи, Рафаэль. Доастрологические образы Гермеса, Меркурия, средние века. Фреска. Гермес вводит Психею на Олимп, Венера с Меркурием и Купидон или Школа любви. Школа любви Тинто Ретто, похожая на Тинто Браса. Статуя Меркурий, Меркурий и Гораций, Гермес, Герса и Аглавра. Примирение Марии Медичи с сыном, любимая астрономическая образная кисточка старообрядцев, столичных хлыстов-христоверов, выполнителей пяти пунктов. Примирение Марии Медичи с сыном. Меркурий и Аргус, суд Париса, Меркурий и Бат, натюрморт с атрибутами искусств и бюстом Меркурия. Меркурий готовится убить Аргуса. Меркурий завязывает сандалию. Рост интереса на душу населения к древнегреческой мифологии, к жатве, к культуре и истории, к внешнему миру. Гермес различен в «Пиши, читай». Дополняет ли он свои мистерии римскими числами и цифрами, еще предстоит узнать. Улисс датированным представлением по путешествиям внутри мира изложений. Римские цифры я не знаю. Пока тебе.